цитрусовое настроение. Привет! Хочешь поднять себе настроение? Тогда хватай апельсин, усаживайся поудобнее и включай наше новое видео. Мы приготовили вкуснейший апельсмузи. Вместе соорудим модный стакан из кожуры и превратим цитрусы в крутые сережки. А еще нарисуем такой мейкап, который захотят все твои подружки. Эй, Дашуля, тебя словно подменили. Ты почему такая грустная? Нет настроения? Кажется, я вовремя заглянула в гости. Даже человек на бумаге расстроился. Тяжелый случай. Но ничего, лучшая подруга не оставит тебя на один с хандрой. Есть идея, как вернуть счастливого Дашонка. Мы приготовим сладкий апельсмузи от кислого настроения. Рецепт очень простой и быстрый. Для начала разрежем солнечную лимонку пополам. Вот так. Теперь давайте возьмем парочку апельсинов. Тонким ножом аккуратненько снимаем верхушку. Ложечкой достаем мякоть. А ложечкой достаем мякушку. Смотри, какой получился красивый стаканчик. Кстати, позже он нам еще пригодится. Теперь внимание, вунш-пунш. С помощью соковыжималки выдавливаем апельсинчик. Затем лимончик. И добавляем немного зеленого. То же самое делаем с киви. Энергично смешиваем полученный сок с мякотью. Какая красотень получается! Еще один важный ингредиент – ложечка сахара. Она подсластит жизнь и подпитает мозг глюкозой. Тщательно размешиваем. Вуаля! Остался последний штрих. Наливаем коктейль в стильные оранжевые чашечки. Ой, чуть не забыли, какой же коктейль без модной трубочки? А что, если сделать ее из палочки корицы? Отлично! Накрываем шляпкой. Готово! Такой напиток никого не оставит равнодушным. Ну что, Дашуля, будем возвращать тебе хорошее настроение? Готовься! Сомневаешься, что апельсмузи справится с задачей? Давай проверим! Только попробуй, не сможешь оторваться. Он такой вкусный, сладкий, немного с кислинкой и яркий, словно солнышко. Коктейль растопил сердце снежной королевы. Грусти как не бывало. Ставь лайчонок, лайк, лайк, лайк. Ставь лайчонок, лайк, лайк, лайк. Подписывайся на канал и встретимся в следующем видео. Пока!